что, ребят, 2:20, и мы Motion Gate. Фух, девочки выспались. Да? Сейчас 12:30. Покупали, да. Нам сейчас дадут билеты, и мы пойдем получать адреналин в кровь напрямую. Так. Девочки сонные еще, конечно. Сейчас по яблочку перекусим. И все будет окей. Да. Наша компания на сегодня. 19:00 или без 10:00. Ну, вы можете прийти в 18:50. Сейчас нас девушка-гид провожает до ближайшего парка, покажет, где он находится. И мы пойдем дальше самостоятельно. Ну, в принципе, везде указатели есть. Поэтому... А потом в этот самый Motion. Даже. Сейчас перекусим обязательно, потому что нужны силы. Еда нужна, чтобы вырабатывать адреналин. И пойдем снова в бой. Кататься. Классно здесь, очень. Чувствуешь себя ребенком? Прыгай! Замечательного места под названием Motion Gate. Самые лучшие аттракционы здесь. Пошли веселиться. DreamWorks, Голливуд, Paramount Pictures, деревня смурфиков зовут нас. Ну что, мы попали, мы здесь. Кино, все мои фильмы сегодня прочувствуются изнутри. Связано 15 минут ожидания. Милан, заходи. Вот у меня с ней видео, конечно, отрезочками будет, но с каким фильмом связано? Голодные игры. Голодные игры.
все развлечения посерьезней, чем в Леголенде и Болливуде. Вот такой зал. Нас встречает перед аттракционом. Охотники за привидениями, по-моему, справа были. Мы были на охотниках за привидениями. Вот они. Охотники за привидениями, там надо было их стрелять. Пиу-пиу-пиу. Да. Идем. Аттракцион называется «Осадки в виде фрикаделек». Пойдем на такую же тележку садиться. Поедем по большой реке. Все пристегиваются. Будет крутить, вертеть и очень сильно наклонять. Oh no! Oh no! Don't step in! No! Don't step in!
все мокрое. Сейчас еще будет горочка. Здесь все продумано, зайчик. Отдыхай. Расслабься. Сейчас будет что-то такое. Ребята, я позеленела. А я каталась горка, мам? На аттракционах с мурфиках. Детская горка. Пойдем сюда. Быстро, конечно. Все равно это детская горка. Я испугалась, ребят. Идем еще куда-то, нет? Ну как вам, Владислав? Замечательно. Смурферично. Смурфуенно. Да? Я такая лохма... Я-то думала, там детский аттракцион, а там... Вон они уже туда убежали. А там вообще не детское. Для таких, как я, это вообще не детское развлечение. Ну что, идем в DreamWorks. Фиона, подожди.
This is the story of how your mother and I met. Once upon a time, in a land far, far away, there was a beautiful swamp. Мадагаскара. Это очень круто, папа, конечно. Папа, завтра пошли на корабль. Я хочу посмотреть, как будет лететь сейчас. Мы вот так будем, папа там будет. Да. Мы даже не берем, теперь пойдем. Вы бы сели повыше.
хватать. Зажать. Я говорил, пойдем туда. Драконов! Пошли летать будем! Пошли летать! Летать будем! Поехали кататься. Тоже Мадагаскар, но для малышей совсем. Молодой человек, вы отдыхаете, а? Далее они поднимаются. Дарья! Куда еще пойдем? Ну что, дети нас укатали. Мы с Владом зеваем. Дети бодрячком. Мы прокатились 3 раза на драконах, да? В восторге. Супер. Если успеете сегодня. Девочки катаются на каруселях небольших уже, но мы скоро пойдем, у нас автобус уже. Этот парк, на мой взгляд, самый лучший, который я знаю. И вернусь сюда обязательно. Ну что? Супер-пупер день, мы бежим на автобус. Просто бежим. Сейчас он без нас уедет. О, круто было. Супер. Все, ребята, до новых встреч. Завтра буду снимать. Пока. Да какого у таксиста, господи, у него ничего нет. Тут есть машинки ездить. Даша хочет на машинке доехать. Короче, пока-пока, суперпарк. Ты нам нравишься, мы в тебя влюблены. Мы еще вернемся к тебе. Супер. Ну что, Миланочка, за то, что нас сегодня подвел наш туроператор. Сегодня мы ездили на аттракционы, и туроператор нам обещал, что мы вернемся в 9 вечера, а на самом деле ммы вернулись не в 9, а в 10:30, на полтора часа. Потому что одна семья опоздала. Семья опоздала. И еще оказалось, что у нас изменился маршрут обратно. Итого 1.5 часа, и наш ужин, соответственно, закрылся. Ресторана, как вы знаете, там провожают гостей за 15 минут до закрытия, поэтому мы не то что опоздали, мы туда просто даже не успели. Да, не успели. И вот наш обед. Мы пришли
настойчиво, это был такой настойчивый разговор, попросили туроператора нам помочь в питании, потому что дети обедали только последний раз часа в три, что все голодные, все хотят есть, да. Я Орео уже достала. Туроператор договорился с отелем, чтобы нам принесли еду в номер. Ну так, неси сюда на кровать, рассказывай, что нам принесли. Давай. Апельсиновый сачок. Апельсиновый сачок, давай. Кто хочет апельсиновый? Я хочу. Давай, клади сюда. Я положи. Или там пока. Рядышком ставь. Да. Давай, показывай нам, что мы сегодня будем ужинать. Ну, вообще... Тихо. Там оставь, наверное. Сейчас. Давай. Булочки. Что это такое? Гора ну, давай прям дальше показывай. Это круассаны. Вот, круассаны нам принесли. Водичка. Дальше, вода. Еще вода. Еще вода. Снова вода. Снова вода. Опять вода. Пей еда, ешь вода. Как говорит моя бабушка, как от не будешь никогда. Воды. Еще один сок. И еще один сок. Так. И еще один сок. Бутерброды. Сэндвич. Как это сэндвич? А что ж там промеж булки-то этой? Ну дай, дай. Сыр вроде бы. Ну сыр вроде бы. Надо сейчас еще тут поподробнее, как говорится. Еще. Вот, угу. Еще свечи. Сэндвич. Мои вроде. Еще один. Угу. Ну, четыре яблочка. Четыре яблочка. Один. Три. Четыре. Вот так вот мы ужин принесли. Одна мандаринка. Угу. На всех. Поделимся. Шикарно. Ну все, норм. Сейчас булочками закинемся. Конечно.